Улица Бальзака, 72, дробь 19. 16-этажный панельный дом 1988 года постройки. У дома высажены кустарники. Вход в парадное в хорошем состоянии, с пандусом и домофоном. Возле дома есть маленькая детская площадка. Места для парковки есть, но их недостаточно. Неподалеку расположен детский сад. Школа. Торговый центр район. Небольшой торговый комплекс с разнообразными заведениями сферы услуг, аптекой и мини-гостиницей. Дом в удовлетворительном состоянии.